Привет, Элечка. Сегодня очень хороший день. Сегодня 1 марта, началась весна, стало, значит, уже тепло на улице, солнышко. Я вышел на улицу, вообще такая погода хорошая. Погулял, пришел домой, и вот была бы тут рядом, я бы сейчас с тобой поиграл бы во что-нибудь. Мне пришло на ум поиграть с тобой в шашки. Эта игра такая, ну, она веселая, невеселая. Она интересная, может быть, когда-нибудь тебе она пригодится, и я очень надеюсь, что мы с ней, с тобой в эту игру сыграем. Смотри, что у меня есть. Опа! Есть коробочка. Там есть вот эти вот шашки. Вот смотри. Опа! Вот. Есть черненькие и беленькие. И мы с тобой сыграем. Я, поскольку ты сейчас далеко, я буду играть и за тебя, и за меня. Сделаем так. Я буду играть черными, а ты будешь играть белыми, потому что у меня черная куртка, а у тебя белый волос. Так, нам для игры нужно 12 шашек. То есть я сейчас возьму себе 1, 2, 3, 4. Так, 4 сюда. 1, 2, 3, 4. Вот еще 4. И 1, 2, 3, 4. Вот будет 12. А эти 4 оставим. Они нужны для шахмат. Тут можно в ними еще шахматы играть. Не видишь, с другого раза такие вот там есть. Пешка, например, ладья. Вот. Но это мы потом как-нибудь. Когда ты повзрослеешь, сейчас ты еще маленький, тебе 4 года. Шашки можно еще. Так, и тебе. 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 4 остается. Так. Посмотрим, сейчас мы перевернем. И теперь можно расставлять. Я поставлю так. Ну, ты считай, будешь тут сидеть, а я буду здесь. Значит, если ты здесь, то твои белые, их ставятся, смотри, вот на эти черные можно ставить, а можно на белые ставить. Но лучше на черные ставить. Смотри, можно ставить на белые. Вот. Но мы поставим на черный. Вот. Если вдруг кому интересно, можно играть и на белый. Но это ничего не меняет абсолютно. Главное поставить на одни и те же. Вот. Твои мы расставили, теперь мои расставим. Возьмем мне сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Вот. Значит, расставляешь первые три ряда. Ну и как, собственно говоря, играть. Если ты белая, то ходишь первая. Если ты черный, ходишь второй обычно. Можно, конечно, по-разному. Но ты будешь только первая ходить. Значит, смотри. Ты можешь ходить как угодно. Вот, например, захотела, пошла так. Вот. И если ты пошла так, я могу тоже ходить как угодно. Я могу, например, пойти вот так вот. Вот. И здесь мне уже ходу нет. Теперь что ты можешь делать дальше? Если ты сейчас вот эту сюда не закроешь, то я вот этой тебя съем. То есть я буду вот так вот ам и съем. Тебе это, конечно, не надо. Тебе надо защищать свои пешки. И поэтому ты должна поставить сюда какую-нибудь другую. Надо смотреть, как ставить. Вот если ты поставишь сюда, вот эту не надо. Вот поставь лучше так. Вот. А я, конечно, ну, я пойду сюда, здесь очень, в уголки надо ходить, если что, это хорошая тема. Вот, так, старайся занимать уголочки. Значит, что можем сделать дальше? Ты можешь, например, тоже сделать, к примеру, разменять можно. Ты можешь одну дать съесть, я потом могу съесть, да, ну, только делай это аккуратно. Ну, можешь сходить так, например, раз. Вот. Теперь мне будет, вот сюда я уже не смогу пойти, а вот сюда вот я смогу пойти. Я вот хочу уголочки занять. Мне уголочек-то хорошо. Вот я возьму так, шам, пойду сюда. Уголочек займу. Но и ты теперь не можешь ходить так. Ну, ты можешь посмелее быть, бери вот, опа, сюда. И что ты сделала? Ты теперь, вот эта моя теперь пойти не может никуда. А теперь мне надо смотреть, куда я могу пойти. Так, так, так. Ну, я пойду так. Вот так вот пойду. Вот, так, так, так. Теперь
Здесь надо думать, куда, да? Можно пойти, например, давай просто попробуем, кто кого быстрее съест. Тогда будет интереснее, потому что если мы будем долго думать, то затянется. Вот ты, например, можешь пойти так, куда-нибудь, вот, главное, вот, а вот сюда, вот сходи, да, вот, а я пойду сюда, а ты меня съешь, вот так вот, видишь, вот так вот съедаю. Вот, теперь смотри, я могу пойти вот сюда, а ты меня тоже можешь и съесть. Вот так получается, две съемы. Надо же, вот, и теперь мне надо думать, куда дальше пойти. Если я пойду сюда, вот смотри, как интересно будет, ты меня съешь тут, вот так вот, уже три, а я тебя съем два раза. Раз и два. Вот. Видишь, у нас потихоньку шашек становится меньше. И главное, выигрывает тот, кто съест все шашки у другого. Вот, надо, чтобы кто-то съел все шашки. Тебе, конечно, если бы ты сейчас со мной играл, мы бы по-другому играли. Но ты будешь видео смотреть попозже, поэтому тебе интересно. Вот, потом попробуем поиграть. Так, я съел, теперь ты ходишь. Тебе надо как-то хитренько так пойти. Не пускай меня никуда так далеко. Вот эту можешь выдвинуть сюда. Так, я пойду сюда вот. Так, а ты можешь вот эту поставь. Так, я пойду сюда. Так, 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 а ты можешь поставить вот эту сюда. Теперь я уже не могу уходить. А я пойду сюда. Так. А тебе куда можно пойти? Сюда тебе трудно. Вот, а ты сюда иди. Подожди. Во, ты можешь сделать, знаешь как? Ты можешь сделать, немножко разменять, так, чтобы тебе было выгодно. А нет, сходи сюда, например. Вот сюда зашла. Так, я пойду сюда. А ты можешь сделать, да, конечно, надо было немножко по-другому, но ничего, сделаем вот так вот. Ты пойди сюда, а у тебя получится сейчас очень хорошая комбинация. Смотри, я сейчас съем, а ты съешь вот это. И теперь вот у тебя она стоит вот прямо, вот ты сейчас, вот очень хорошо у тебя. Так, а что мне делать дальше? Ты съела, я пойду вот так. Не теряй момента, Эрика, вот сюда иди. Опа. Так, мне надо сюда. Ты теперь дамку можешь сделать. Поэтому мне надо как-то вот пробираться сюда. А ты делаешь сюда, и у тебя такая штука становится вот. Теперь она может ходить вот на далекие расстояния. Не на одну штучку, а на далекие расстояния может ходить. Вот. И мне надо куда-то убегать. А я вот так вот закрою тебя. А ты открываешься так. Так, теперь надо сделать мне какой-то интересный ход. А вот сюда пойду. Так, а теперь, а ты ставь вот сюда. Вот так вот. Вот когда вот между, всегда можно ставить. Вот ты поставил вот так, теперь смотри. Я в любом случае в проигрыше получается. Потому что если я эту ты съешь, а я могу сделать вот так. Но ты съешь вот эту вот сюда и можешь пойти вот так. Вот, ты съела эту. Так, так, так. Ну, тебя теперь вообще уже не выиграть. Посмотрим, может быть, сюда что-то получится. Ты сюда эту пойдешь. Так, и куда мне ходить? Этим я не могу никуда ходить. Я могу этой пойти, если... А, я пойду вот этой. Нет, смысла нет. Вот этой пойду. Вот, теперь тебе надо смотреть, что ты можешь сделать. А, езжай так, 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 так. Эти ты не можешь двигаться, сюда не можешь двигаться, сюда не можешь двигаться. Вот сюда можешь пойти. Вот. И я теперь буду вынужден эту ходить, потому что если я этой не пойду, ты ее слопаешь. Я ее сюда пойду, вот так вот. Ну а ты что? Ты спокойно можешь сделать следующее. Берешь вот эту сюда, ставишь, а я эту ем. Потому что я должен ее есть уже. А ты берешь вот эту вот так вот и ешь ее обратно. То есть, видишь, опять-таки, у меня теперь особо ходить-то некуда. Я могу поставить вот любую пешку. Вот эту я поставлю сюда.
в надежде, что ты съешь ее вот этой вот. И я съем твою. А ты ешь ее вот этой вот. И я тогда ничего не смогу сделать. Теперь мне нужно идти дальше. А, вот я сейчас твою дамку слопаю. Смотри, я поставлю сюда. Вот это, конечно, хорошее. И вот эта дамка должна есть. А ты, я ее теперь ам, ты ее съешь. А я теперь ее вот так вот ам и тоже съем. Вот у тебя теперь дамки нет. Ну вот, и теперь тебе ходить. Ну вот, смотри, сюда пойдешь нельзя, сюда нельзя. Сюда ты можешь идти, сюда можешь идти и сюда можешь идти. Иди сюда, например, потому что все равно тебе до туда вот так. И теперь у меня все ходы закрыты. Кроме этого хода, потому что я пойду, ты меня съешь, ты меня съешь, пойду так. А ты эту двигай сюда, ты меня закроешь ход, и я теперь могу делать следующее. У меня, я могу поставить сюда. Вот, я поставлю сюда. И теперь тебе надо куда-то ходить. Ходи, Элька, этой. Ты, я съем эту. А ты смотри, что делаешь. А ты берешь раз, два, три. Вот так. И все мои съела. Теперь у меня осталась одна пешка, а у тебя пять. А я сюда пойду. А теперь ты меня уже здесь не догонишь. А ты бери дамку, делай. Так, делай дамку. Вот так вот. И я сделаю дамку. И теперь тебе надо это убирать, иначе я ее съем. Эту убирай сюда. Так. Теперь тебе надо мою дамку словить. А у меня дамка на диагонали, я могу поставить ее, например, сюда. Ну а что тебе? Ты берешь вот сюда, иди. Я могу поставить сюда опять, ты сюда иди. Вот. Я могу поставить сюда. А ты сюда ставь, вот. У тебя, видишь, еще дамка. У тебя уже две дамки. Но у меня главная диагональ. Теперь, что ты можешь дальше сделать? Ты можешь эту, например, двигать, да, сюда. Но если я могу поставить ее, например, вот так вот. Но ты как бы все равно, если я на главной диагонали стою, и если ты сюда поставишь, то я ее буду есть. Вот, так что у меня преимущество есть. Тебе надо как-то попробовать вот эту сюда поставь, например, так. Теперь вот эту поставь, а я поставлю, например, сюда. Нет, сюда мне нельзя ставить. Если я сюда поставлю, ты меня слопаешь. Вот я так сюда поставлю. Тебе надо меня выманивать. Ты можешь поставить сюда. Так, я могу поставить вот так по диагонали, буду ходить, мне пока ничего не угрожает. Но ты поставь, смотри, вот эту вот штуку сюда, а я буду ходить сюда-сюда, например, да? И теперь смотри, ставь эту штуку сюда. Я, естественно, опять пойду вот сюда. А теперь ты меня лови. Вот ты ставь вот эту сюда. И теперь я буду вынужден есть тебя тут и тут. Я две твоих съедаю, но зато ты съедаешь мою. Ну и все, Элька, ты выиграла, получается, в нашем варианте. Вот. Но не зазнавайся.